студии «Правды-24» депутат, которому есть дело до всего, что происходит вокруг. Один из самых экстравагантных политиков нашего времени – Виталий Милонов. Да у меня денег много, я все там сделаю. Гость, которого очень сложно прижать к стенке самыми каверзными вопросами. Прям наехали на Лукашенко, что он вообще чуть ли не ничтожество. Заботливый батя, который там сам лишь на картофель, это перепахивает. Гость, который заполнит собой каждый квадратный сантиметр студии. Секс-меньшинство, феминисты, веганы. Да. Ну как вы можете осуждать Мишу? Он же гений. Где покаяние от Турции? Нету. «Правда-24». Виталий Милонов. Я самый рядовой, самый обычный депутат. Смотрите сегодня в 18:30.